эфире вместе с рубрикой Sega. И сегодня фирма Sega представляет боевую игрушку под названием Axis, или же ее другое название — Финальная зона. История здесь стандартная для таких игр. Итак, будущее. Естественно, изобрели роботов со своим интеллектом. Естественно, они захотели взять власть в свои руки. И опять-таки, естественно, люди не сидят сложа руки, а предпринимают отчаянные шаги. Один из таких шагов описан в Аксисе. Программа мощнейшего мегакомпьютера, которому в сверхтехнологическом будущем подчинено все. Компьютер отдает приказ истребить все человечество. Последняя надежда людей — гигантский робот с самым современным вооружением. Все боевые силы, управляемые мегакомпьютером, брошены против робота. Все, что нужно людям, — это прорыв их робота в финальную зону. И именно вам доверяют суперробота для спасения мира. В общем, смотрите, не подведите! Но не волнуйтесь, для спасения мира от вас многого не потребуется. Например, в первом уровне вам нужно уничтожить определенное количество роботов, но в последующих уровнях задание не намного сложнее. Если вы уверенно держите джойстик в своих руках, то вы пройдете запросто игру. Прям буквально за один присест. Тем, кто уже отважился на спасение мира, советую сейчас же, точнее по окончании программы, бежать за картриджем. Ну а мы в свою очередь переходим ко второй игре, сделанной по мотивам одноименного фильма Cutthroat Island – Остров головорезов. Пиратская дочь Морган и ее раб Шац отправляются на поиски сокровищ. Вас ждут приключения в древней крепости, в джунглях, на корабле, в горах. Кстати, обратите внимание на тактику ведения боя. Это вам не мухобойкой от комаров отмахиваться. Вы управляете опытным фехтовальщиком. Конечно, можно найти пистолет и расправляться с врагами на расстоянии, но это уже будет не настолько красиво и не настолько интересно. Хотя бывают такие моменты, когда враг и справа, и слева, и без пистолета уже не выжить. И вам уже будет не до красивого боя. Но это только в том случае, если вы играете один. Вы понимаете, о чем я? Да, игра рассчитана на двух игроков. Кстати, не волнуйтесь, не во всех уровнях вам придется драться. Вам дадут передохнуть, предложив покататься на вагонетке. Конечно, для своего рода игр Cutthroat Island сделано неплохо. Я бы сказал, очень даже неплохо. Но мы не будем долго задерживаться на ней, так как нас ждет следующая игра под названием Bubsy. Во-первых, Bubsy — игра старая. Но, как оказалось, не все о ней знают. Позор! Bubsy уже и на Nintendo, и на Station была. А вы все со своими Mortal Kombat'ами возитесь. Все, народ, пора бы уже и вспомнить, что такое платформенная аркада. Да, собственно, вот она. Движение слева направо, главный герой обязательно необычен, как во внешнем, так и в моральном плане. Ну, давайте и поговорим о главном герое. Вот эта киска по имени Bubsy с умильной мордой и внешне вроде бы ничем от своих сородичей не отличается. Но! У нее явно не все в порядке с генеалогическим древом, поскольку летает она ну прямо как белка-летун. Это не обзывательство, и не такие в природе бывают. А следовательно, родственнички-то ее чувствуются в молодости, были, ну, слишком молодыми. Также у Bubsy есть еще одна, на сей раз вполне кошачья страсть. Она очень любит всяческие клубочки, кои и собирает на протяжении всей этой игры. Внешне же игра далеко не лучше. Ну, оно-то и понятно, игра-то имеет такой срок создания, в общем, чуть ли не до нашей эры. Да-да-да, у вас уже давно напрашивается вопрос, чего ж тогда вообще показывать? Отвечаю. Как я уже сказал в начале программы, почти никто о Bubsy не знает. Так что, лучше на собственной шкуре все испытывать, что ли?